нашу беседу мы посвятим здоровью. Сколько мы проводили таких презентаций, ни разу мы не встречали людей, которые бы абсолютно безразлично относились к своему здоровью. Как правило, эта тема для некоторых болезненная, некоторых просто очень интересует и волнует. И мы сегодня с вами поговорим о тех вещах, которые должен знать любой нормальный здоровый человек, для того, чтобы предотвратить некоторые болезни, а если уже случилось так, что вы заболели, чтобы вы могли правильно и вовремя себе помочь. Речь мы начнем, свою презентацию мы начнем с самого главного. И самое главное для любого человека – это вода. Это главное потому, что на 70% мы с вами состоим из воды. Если бы меня показали во весь рост, то приблизительно это выглядело бы так. От кончиков пальцев на ногах и ровно до плечевого сустава мы – вода. И только оставшаяся часть нашего тела – это немного углеводов, немного белков, немного аминокислот и так далее, минералов, витаминов и так далее и тому подобное. Все остальное – мы вода. Поэтому можете себе представить, насколько важно, какую воду мы с вами пьем, из чего мы с вами состоим. Можно пить любую воду. Можно пить любую воду из-под крана, можно пить бутилированную воду, но вы не застрахованы, что вы принимаете нормальную воду, которая идет для пользы вашего организма. Поэтому я вам сегодня хочу представить единственную в мире систему, которая называется Эспринг. Это бытовая система очистки воды. Эта бытовая система очистки воды получила очень много сертификатов, и эти сертификаты видны на обратной стороне панели. Самый главный сертификат, который мы должны увидеть на задней панели этого фильтра, это сертификат NSF. Единственная в мире система бытовой очистки воды, которая имеет данный сертификат. Ни один в мире фильтр не имеет сертификата NSF, потому что получить его очень сложно. Для этого вода должна иметь определенный стандарт мирового уровня, и система очистки воды Эспринг и выполняет все требования, которые предъявляет NSF. Как работает данный фильтр? Данный фильтр работает как трехступенчатая очистка воды. Он очень красив, это очень интересная такая система, он очень прост в эксплуатации, и собрать, разобрать, поменять этот фильтр может даже 7-летний ребенок. Я вам сейчас продемонстрирую, как этот фильтр работает, и вы сами на своем примере убедитесь, насколько это все легко и просто. Сначала снимается верхняя панель. На верхней панели есть табло. И на этом табло вы будете видеть, как работает ваш фильтр. И когда закончится срок эксплуатации картриджа сменного, этот фильтр будет вам сигнализировать. Звуковые будут сигналы, и вы визуально увидите, что работа фильтра уже подошла к концу. Для того, чтобы вам поменять фильтр, сделать необходимо следующие вещи. Во-первых, первое. Снимается верхняя часть фильтра. Это так называемая умная голова данного фильтра. Это электронное приспособление, и это третья ступень защиты вашей воды. Вот этот умный чип, вмонтированный сюда, он контролирует работу фильтра и сигнализирует вам, когда нужно поменять сменный картридж. Следующая система, которая будет очищать вашу воду. Снимается кольцо. Это очень просто и очень быстро делается. И достается сам сменный картридж. Специально для Украины и специально для России сделан дополнительный так называемый префильтр, потому что вода в нашей коммунальной службе, в нашем горводоканале не соответствует вообще никаким стандартам. У нас очень большая жесткость воды, и в некоторых регионах очень большое содержание железа. Поэтому сделан дополнительный префильтр, который можно снимать, можно стирать и можно заново одевать на фильтр. Это сделано только для наших стран. В европейской системе такой фильтрации, вот этой половины фильтра, можно так сказать, не существует. Это специально сделано для нас. Эта часть очень легко снимается, убирается. И вот сама система, которая будет делать очистку. Состоит из двух частей. Вначале по периферии находится угольный фильтр. Толщина угольного фильтра 1 мм. Но чтобы вы имели представление, насколько спрессована угольная пыль, я вам скажу одну такую вещь интересную за этот фильтр. Если рассыпать угольную часть из одного фильтра, ею можно покрыть 65 футбольных полей. Можете себе представить, насколько спрессован здесь уголь. И вот этот угольный фильтр, он убирает все загрязнения, грубые частицы отлавливает, убирает некоторые микроорганизмы и убирает соли ненужных металлов. Даже такие соединения, как ртуть, все это убирается при помощи угольного фильтра. Поэтому в этом плане ваша вода защищена. И вода из этого фильтра абсолютно прозрачная, очень вкусная, не имеет никаких запахов, ненужных нам с вами. И если вы будете заваривать чай этой водой, будете ее просто пить и будете на ней готовить, вы поразитесь. Вкус совершенно потрясающий воды из этого фильтра.
Внутри угольного фильтра расположена ультрафиолетовая лампа. Ультрафиолетовая лампа, в отличие от других фильтров, которые имеют тоже УВ-лампу, включается только в тот момент, когда идет ток воды. В нормальном нерабочем состоянии она не загорается. Это значит, что вода из вашего фильтра будет всегда прохладной, когда бы вы ее не включили. Задача ультрафиолетовой лампы – убрать микроорганизмы, которые находятся в вашей воде. Я никогда раньше не знала, пока не столкнулась вот с системой очистки воды из Spring. Оказывается, в воде из нашего водопровода вы можете найти все, что угодно. Начиная от криптоспоридий – это микроорганизмы, которые образуются в результате цветения воды и которые в нашем кишечнике наносят непоправимый вред нашему организму. И заканчивая яйцами гельминтов, попросту говоря, глистов. Очень часто дети у нас имеют такое заболевание. Мы их ругаем за то, что они не моют руки. А на самом деле это просто вода из-под крана, которая содержит яйца гельминта. Вот эта ультрафиолетовая лампа убирает все микроорганизмы и на 99,9% убирает вирусы, которые находятся в нашей воде. Включая вирус желтухи, вирус гриппа. То есть вам эти заболевания через водопроводную воду грозить не будут, если у вас будет система очистки воды из Spring. В принципе, назад собирается все точно так же, очень просто. То есть берете, одеваете префильтр, закручиваете небольшой болт, вставляете назад на место эту систему, одеваем кольцо, одеваем умную голову и закрываем сверху крышкой. Ваш фильтр, либо вы поменяли сменный картридж, либо вы заново его устанавливаете, проверяете, ваш фильтр снова готов к работе. Еще очень интересная информация по этому фильтру. Вот этот умный картридж, который стоит в этом фильтре, он способен угадать с любого фильтра срок его эксплуатации. То есть нету такого, что вы пользовались, а он потом вы перестали пользоваться, включили, а он продолжает мотать литраж вашей воды. То есть он каждый раз показывает, сколько действительно осталось срок годности вашего фильтра. Поэтому раньше, чем надо, вам не придется менять сменный картридж. Это то, о чем я хотела поговорить в самом начале, потому что можно очень долго лечиться, можно очень много принимать разных лекарств, витамин, пищевых добавок. Но если вы будете все это употреблять, будете готовить на нехорошей воде, будете пить нехорошую воду, вы до добра, можно сказать, так не дойдете. Есть очень хорошая формула расчета воды. Знаете, сколько нужно пить воды в сутки нормальному человеку для того, чтобы иметь полностью насыщенный водой организм? По данным Всемирной организации здравоохранения, 100% людей на Земле обезвожены. Мы можем пить чай, мы можем пить кофе, но есть нормы, которые по воде, по чистой, сколько человек в сутки должен выпивать воды. Если вам интересно, вы ее запомните. На 1 килограмм живого веса в сутки человек должен выпивать 30 миллилитров воды. Поэтому если вы весите 60 килограмм, умножаем на 30 миллилитров, вы должны выпивать в день 1 литр 800 грамм чистой воды. И прошу вас запомнить, что чай, кофе, борщ или соки к чистой воде не относятся. То есть литр 800 – это должна быть чистая вода, отфильтрованная, та, которая будет расходоваться на нужды вашего организма. Так что держите в голове эту формулу, и у вас исчезнут многие проблемы и многие болезни, только из-за того, что вы поменяете. Теперь, когда мы выяснили наше отношение к воде, и когда мы приняли правильное решение, какую нам воду нужно пить, теперь мы с вами поговорим о том, о чем я сказала в начале. Мы с вами поговорим о витаминах, о пищевых добавках и о минералах. Я не знаю, есть ли среди вас люди, которые уже принимают какие-то витамины, пищевые добавки или принимают дополнительные минералы, но очень многие люди думают, что это делать совершенно необходимо. У многих людей в голове есть такой стереотип, что мы правильно питаемся, мы потребляем много овощей и фруктов, и за счет этого в нашем организме отбалансированы и витамины, и минералы, и другие дополнительные вещества, которые нам необходимы. Я вам расскажу небольшой такой опыт исторический, да, почему решили, что витамины вообще нам нужны. Вы должны вообще-то знать, что в человеческом организме должно быть плюс к пище 90 отбалансированных веществ в нашем организме. Из них 60 – это минералы, 16 – это витамины, 12 важнейших аминокислот и белков и 3 ненасыщенных жирных кислоты. Если у нас все это есть в организме, то мы можем жить очень долго. Очень долго – это как? Вообще, по статистике, по медицинским данным, резерв человеческого организма рассчитан на 120-140 лет. В принципе, если у нас организм работает нормально и все у нас отбалансировано, нормальный человек может доживать до 140 лет и чувствовать себя в этом возрасте весьма великолепно.
Но, к сожалению, в настоящее время всего 5 народностей в мире способны прожить 120-140 лет и выглядеть при этом просто замечательно. Эти народности живут в Тибете, живут в Гималаях. К ним относятся некоторые народы Кавказа. Это те люди, которые питаются обычным способом, они не выдерживают никаких диет, и тем не менее они способны доживать до такого вот возраста, до преклонного с нашей точки зрения возраста. Все остальные люди, по данным Всемирной организации здравоохранения, доживают до 75,5 лет. Это на данный период средняя продолжительность жизни человека на Земле. 75,5 лет вместо 140. То есть половина срока своей жизни мы теряем. Из-за чего мы теряем? Мы занимаемся спортом, мы стараемся ограничить себя в соли, мы стараемся придерживаться каких-то диет, и тем не менее мы не живем 140 лет. В чем здесь загвоздка? А все дело очень просто обставлено. В 1861 году был проведен очень интересный эксперимент. И провел этот эксперимент русский биолог, врач профессор Лунин. Что он сделал? Он взял две группы крыс, разделил их. Одну группу крыс он кормил цельным коровьим молоком, а вторую группу крыс он кормил вытяжкой из цельного коровьего молока. То есть эта группа животных получала сухую вытяжку аминокислот, получала сухую вытяжку углеводов, и этим они питались. Через две недели результат был потрясающим. Группа крыс, которая питалась вытяжкой из коровьего молока, сдохли все до единой. Ни одно животное не выжило. Еще тогда, в 1861 году, профессор Лунин сделал определенный вывод, что важно не белки, жиры и углеводы, как нас это учили по биологии, как написано в некоторых книжках по анатомии. Важно что-то такое, что есть в цельном молоке. Важны какие-то вещества, которые есть в фруктах, в овощах. Вот именно эти вещества и дают жизнь нашему организму. И тогда профессор Лунин заложил основу науки о витаминах и назвал эти вещества витаминами, то есть дающими жизнь. Из опыта с крысами видно, что если в организме не хватает витаминов, если в организме не хватает минералов, то такой организм, к сожалению, прожить долго не может. Это очень короткий срок. И еще одно подтверждение в пользу витаминов и в пользу минералов. Есть очень интересный человек, это врач, профессор тоже, доктор Олах, он в прошлом ветеринар, а потом он вынужден был получить врачебное, скажем так, образование, потому что работы, которые он писал по ветеринарии, очень долгое время не признавались, скажем так, традиционными медиками, да, человеческими врачами, по той простой причине, что считали, нет никакой взаимосвязи между тем, что он делает с животными, и как это можно применить к людям. Он получил врачебную степень, он стал людским человеческим врачом, и от этого его открытие только усилилось, можно так сказать, углубилось. Что сделал этот человек? Этот человек за всю свою врачебную жизнь провел 17,5 тысяч вскрытий. Это может быть грустная тема, но я должна о ней сказать, для того, чтобы вы знали действительно, как обстоит дело с витаминами и с минералами. Он сделал 17,5 тысяч вскрытий, и из них 3,5 тысячи вскрытий он провел на людях. Все эти и животные, и люди, которых он вскрывал после смерти, они умерли естественной смертью. То есть это не был несчастный случай, это не был какой-то такой, ну, действительно несчастный случай, это просто была естественная смерть в результате старения, в результате какой-то болезни. И когда он делал анализы, он пришел к одному единственному выводу. Все 17,5 тысяч особей умерли от дефицита одного витамина или одного какого-то минерала. Эта информация о многом говорит тем людям, которые в этом разбираются. Потому что отследить очень просто. Если в организме не хватает какого-то витамина одного, который отвечает за определенную группу органов, которые работают в нашем организме, или какого-то минерала, сначала один орган, потом вся система органов, а потом в целом весь организм начинает давать сбой, человек заболевает, это переходит в хроническую болезнь, а иногда в неизлечимую болезнь. И для того, чтобы с вами этого не случилось, мы и делаем эту запись для того, чтобы вы знали, насколько важно знать роль витаминов, минералов и других пищевых добавок в нашем организме. Если вы правильно воспользуетесь этой информацией, то вам это и продлит жизнь, и сделает ее без всяких болезней, безболезненной, и вы будете жить счастливо и долго, действительно до 140 лет. И теперь я вам покажу некоторые витамины, которые нужно употреблять человеку. Но перед этим я хочу вам задать вопрос, на который вы сами себе ответьте. Как вы считаете, какие самые страшные сейчас на Земле заболевания? Чего боятся все? Чего бы вы не пожелали ни себе, ни тем более, допустим, своим детям, своим родителям, своим близким? Если вы уже ответили на этот вопрос, и я теперь озвучу ваш ответ, то это будет выглядеть приблизительно так. Все люди абсолютно на Земле боятся онкологии, то есть раковых заболеваний. Люди не хотят получить инфаркт или инсульт. Люди не хотят иметь сердечные болезни. Люди боятся сахарного диабета, потому что и на сегодняшний день это неизлечимая болезнь. Люди, больные сахарным диабетом, живут
Это не смертельная, скажем так, это растянутая болезнь во времени. Но эти люди колятся инсулином ежедневно. Они испытывают очень нехорошие ощущения. Это очень нехорошая болезнь, и мы ее боимся. И оказывается, не нужно лечить онкологию, не нужно лечить сахарный диабет. Нужно знать некоторые элементарные вещи, чтобы этими болезнями не заболеть. Врачи очень долго думали, от чего наступает такое заболевание, как рак. Причем, знаете, что самое интересное? Раком можно заболеть в любом возрасте. Раньше медики говорили, раковые заболевания, инфаркты, инсульты, им подвержены люди возраста 60-65 лет, 70 лет. И мы считали это нормальным, правда? 65 лет, вроде бы как человек уже пожил, вполне возможно, что если тем более он был руководитель, вполне возможно, что у него будет инфаркт или инсульт, потому что мы говорили так, сердце уже износилось. Рак в 70 лет тоже считался, ну как бы возраст уже, можно заболеть таким заболеванием. Но сейчас дело обстоит совершенно по-другому. Всемирная организация здравоохранения говорит, что сейчас, в настоящее время, с 2000 года, 2005 год, порог раковых заболеваний, инфарктов и инсультов резко снизился. Сейчас этим заболеваниям подвержены люди в возрасте 35-40 лет. Это страшная статистика, но дальше будет еще хуже. Потому что дальше Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что с 2015 года приблизительно, то есть мы не можем точно сказать эти цифры, но приблизительно вот с этого времени порог таких заболеваний, как инфаркт, инсульт, сердечно-сосудистые заболевания, раковые заболевания будет 20-25 лет. Подумайте, пожалуйста, внимательно над этим. Те, у кого сейчас есть дети в возрасте 10-12 лет, и которые как раз в 2015-2020 году как раз дорастут до 20-25-летнего возраста. Хотели бы вы, чтобы у вас или у вашего ребенка в таком юном, можно сказать, или молодом возрасте развелось такое страшное неизлечимое заболевание? Тем более, что врачи, традиционные врачи, они сейчас не могут дать четкого рецепта, как излечиться от онкологии. Но зато некоторые врачи, они действительно знают, как не заболеть этим заболеванием. Врачи долго искали причину таких заболеваний, как рак, таких заболеваний, как инфаркт, как инсульт. И сейчас они все пришли к одному и тому же мнению. Этих болезней можно избежать, потому что причина этих болезней в окружающей нас среде, и причина этих болезней находится внутри нас. И эта причина называется очень просто. Она называется свободный радикал. Если кто-то из вас не знает, что это такое, я не буду это объяснять очень заумным языком, я вам это покажу очень просто. Я вам сделаю небольшую диаграмму, и вы будете знать, как на самом деле это выглядит. Итак, о свободных радикалах. Что это такое? Откуда берутся свободные радикалы? Что они из себя представляют? И почему они отвечают за такие заболевания в нашем организме, как раковые заболевания, инфаркты, инсульты и другие нехорошие заболевания, которых мы никто не хотим? Все дело в таком веществе, в очень важном веществе, без которого невозможна жизнь на нашей планете, это вещество называется кислород. В нормальном состоянии атом кислорода, тот, который дает нам жизнь, представляет собой следующее. Ядро, и по орбитам движутся 4 пары свободных электронов. Это то, что представляет собой атом кислорода в нормальном состоянии. Вот этот атом кислорода несет жизнь нам и несет жизнь всему живому на нашей планете. Но случаются некоторые вещи, на одни из них мы можем влиять, на другие мы влиять не можем. И эти вещи влияют на атом кислорода. Что происходит? Я вам сейчас назову некоторые причины, а вы скажете, у вас эти причины есть, как вы считаете, вокруг вас, внутри вас. И если эти причины присутствуют, я вам дальше покажу, что происходит с атомом кислорода. Давайте рассмотрим некоторые внешние причины, которые влияют на атом кислорода. Первая внешняя причина, которая влияет на атом кислорода, это выхлопные газы автомобилей. Если вы живете в городе или в поселке, где есть автомобили, то, естественно, они ездят не на кислороде, они сжигают горючее, и вот это горючее влияет, пережженное горючее влияет на свободный атом кислорода. Следующее. Есть выбросы с промышленных предприятий. Если вы живете в такой зоне, где это есть, то вы опять-таки подвержены риску. Есть такая проблема, как повышенная радиация. Если вы живете в регионе, где повышенная радиация, Украина вся попадает под этот регион, потому что в свое время была Чернобыльская авария. И хотя нам показывают, что у нас нормальный радиационный фон, он все еще ненормальный. Если вы живете в тех местах, где были либо захоронения ядерных остатков, либо какие-то еще технические такие производства, связанные с повышенной радиацией, вы тоже находитесь в зоне риска. Есть некоторые области на Украине и в России, где очень большой процент раковых заболеваний только из-за того, что они стоят в зоне, где повышенная радиоактивная активность, где повышенный радиационный фон. Это те вещи, которые находятся вне нас и на которые мы влиять, к сожалению, не можем.
Следующие вещи, которые находятся внутри нас и на которые мы можем влиять. Во-первых, мы с вами имеем такое обыкновение, можно так сказать, пользоваться порошками, стиральными веществами, и никогда мы не смотрим на состав, на химический состав этих веществ. Если вы сегодня подойдете к своим полкам в ванной комнате и посмотрите, чем вы стираете, чем вы пользуетесь, то вы сможете прочитать химический состав ваших соединений. И вы обязательно там найдете одно слово, которое вас должно заинтересовать. И это слово «фосфаты» называется. Фосфаты содержатся в том или ином количестве во всех наших стиральных веществах. И хотя мы не придаем никогда этому значения, но вы должны знать, вы цивилизованные люди, вы обязаны об этом знать. Во всем западном мире еще с 1970 года запрещены фосфатные моющие средства. Потому что врачи знают, фосфаты – это те вещества, которые не выстирываются с нашей одежды, хотя они имеют прекрасный отбеливающий эффект, они очень хорошо стирают одежду, но они проникают, попадают к нам на кожу и вызывают у нас на коже раковые заболевания. Фосфаты, по заключению медиков, это провокаторы онкозаболеваний. Так что это то, на что вы можете повлиять, и я вам потом покажу альтернативу фосфатным моющим средствам. Следующее, что находится у нас в организме. Некоторые из нас курят. Неважно, куришь ты, неважно, или курит кто-то рядом с тобой. Если ты вдыхаешь переработанный дым, ты вдыхаешь никотин, отработку сигаретную, ты уже находишься в зоне риска. И наверняка вы все слышали, что курильщики – это особая зона риска для заболевания раком, по крайней мере, легких. Это такой момент. Следующее. Кто из вас ни разу в жизни не употреблял алкоголь? Я думаю, это только, может быть, дети 10-14 лет, которые никогда в жизни не пробовали алкогольных напитков. Все мы взрослые время от времени употребляем алкоголь или алкогольные напитки. Не важна крепость этих напитков. Важно то, что алкоголь, проникая к нам в организм, способен провоцировать онкологические заболевания у нас и способен провоцировать сердечно-сосудистые заболевания. Это тоже те вещи, на которые мы можем с вами влиять. То есть внутри нас есть причины, которые влияют на атом кислорода. И еще очень большая причина, одна очень веская, она называется стресс. По данным медиков, по данным психологов, первая стрессовая ситуация у человека, у маленького человека, начинается с того момента, как он родился. Это первый стресс. И заканчивается стрессовая ситуация. Вы знаете сами, когда. Когда ты уже умер, тогда ты уже не подвержен стрессам. Каждый день маленькие или большие стрессовые ситуации влияют на нас, и они влияют на атом кислорода. Что происходит благодаря воздействию вот этих причин? Все, что я перечислила выше, выхлопные газы автомобилей, повышенный радиационный фон, курение, алкоголь, стрессовые ситуации, все эти причины влияют на атом кислорода, и происходит следующее. Один из электронов, находящихся на орбите атома кислорода, он выбивается, то есть он уходит. И получается следующая модификация. Есть атом, в котором есть ядро, три пары электронов и один электрон непарный. Вот это соединение называется R+, это свободный радикал. И вот этот вот свободный радикал, он и есть причина рака, причина инфаркта, причина инсульта и причина еще очень